Уважаемые жюри, дорогие коллеги, я Елена Николаевна Несмачная, специалист первой категории, музыкальный руководитель гимназии 15-17, рада представить вам свой проект «Музыкальное творчество» на конкурс «Лучший педагог года Москвы». Более 12 лет я помогаю детям открыть в себе свои творческие музыкальные способности и таланты. Я являюсь призером и победителем вокальных хоровых конкурсов и фестивалей, участником и организатором многих международных и правительственных мероприятий и конкурсов. А мои воспитанники в детской музыкальной школе города Орла имеют звание «Морозцовый». Молодежный фольклорный коллектив Центра культуры носит звание «Народный». Помогая детям в раскрытии их новых талантов, я и сама не перестаю открывать для себя новые формы педагогической работы, обучаясь в аспирантуре. Моя работа – это дети. Моя работа – это счастье. Моя работа – это солнечный лучик ненастья. Ее создавала я многие годы. И были победы, и были невзгоды. И вот посмотреть фильм настала пора. Здравствуй, музыка. Садик. Ура! Берегите своих детей, их за шалости не ругайте, в зло своих неудачных дней никогда на них не срывайте. Не сердитесь на них всерьез, даже если они провинились. Ничего не дороже слез, что с ресничек родных скатились. Обнимите покрепче их, детской ласкою дорожите. Это счастье короткий миг, счастливыми поспешите. Ведь растают, как снег весной, пробегают не просто эти. И покинут очаг родной повзрослевшие ваши дети. Перелистывая альбом с фотографиями из детства, с грустью вспомните облом тех дня, когда были вместе. Как же будете вы хотеть в это время опять вернуться, чтобы маленьким песню спеть, щечки нежной губами коснуться. Обнимите покрепче их детской лаской.